В Нью-Йорке состоялась четвертая детская неделя моды «Петит Парад». Своей коллекции «Весна и осень 2013» продемонстрировали более 10 известных дизайнеров. В этом сезоне парад открыла американская торговая марка Target. Она представила новые линии детской одежды ряда известных брендов, в том числе Cherokee, Oshkosh и Designed от Disney. Джинсовая компания Diesel традиционно начала свой показ с выступления на подиуме брейкдансера. Отличились изысканностью дизайнеры бренда Bonnie Young. Они представили варианты одежды для мальчиков сдержанной цветовой гаммы с элементами розового. В перерывах между показами юные модели даром времени не теряли. За кулисами они занимались творчеством в мастерской под названием «Раскрась свои кеды». Показ уже 4 года пользуется популярностью у покупателей и журналистов.